Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала Zarbaz Games. С вами, как обычно, NeoZar. И мы продолжаем проходить игрушку Elden Ring. Что же, в предыдущей серии мы вот на этом месте с вами остановились. Ну, я, конечно, перенес, потому что я много бегал по миру. И выполнял, многое сделал, такого не суть важного, что вы мне писали. Ну и сегодняшнюю серию я хочу начать с ваших комментариев. Спасибо огромное, ребят, что вы подсказываете. Вот, спасибо огромное Андроиду, он мне подсказал, например, где достать, если вы знали, что я вот сюда прошел. И здесь мне нужен какой-то волшебный ключ. Я написал, прошу помощи, и Андроид мне как бы подсказал, где искать этот ключ. Оказывается, вот здесь раньше я у этого старичка взял карту, где типа там карта показывает о встрече. Я думал, что я ее как бы уже выполнил, этот квест, не квест, я не знаю, как он называется, сейчас вам покажу карту. Где она карта? Карта о встрече. Где эта карта о встрече? Хрену здесь найдешь. А, вот она, карта с местом встречи. Если ее посмотреть, то карту указывает, где мне нужно с кем-то встретиться. Я думал, что я туда съездил, с кем-то встретился, оказывается, нет. Я в этом месте ни с кем не встретился, и давайте сначала переместимся туда и возьмем свой волшебный ключик. Чтобы это сделать, давайте посмотрим, где нам ближе, куда всего. Наверное, вот сюда вот. Так, жилые помещения, окей. Озерная Диурния. Ух, блин, ну здоровые локации, блин, вообще дохрена всего, что нужно сделать. Да, кстати, Святослав, тебе огромное тоже спасибо. Смотри, по твоему как бы комменту я поставил себе латунный щит, который на самом деле лучше намного, чем мой. Ну, пришлось, конечно, качнуть, пофармить душник, но как фармить душники, я вам объясню. Тоже спасибо огромное Андроиду. Он мне сказал, как это сделать, что нужно взять некий медальончик. Вот, и с этим медальончиком нужно залетать в одно прекрасное местечко и там фармить души. Ну, об этом я как бы сделаю чуть попозже, или, может быть, в конце этой серии покажу вставочку. Итак, смотрите, куда мы скачем. Скачем мы вот сюда. И здесь мы видим место, которое я почему-то пропустил. И собираем, что здесь у нас? Кукри, вонюкри. Так, смазка из драконьей раны. И вот, что самое основное, мне нужно подобрать. Убираем волшебный ключ Академии. Вот его я и пропустил, и не мог попасть в эту чертову Академию. Блин, всю голову сломал. Ну да ладно. Я говорю, Андроид, спасибо огромное тебе, дружище, что подсказываешь. И всем, ребята, огромное спасибо, потому что я каждый раз собираю ваши комменты воедино. И потом, наверное, буду делать вот такую серию, отвечать по вашим комментам. Потому что комменты для меня важны, потому что я пишу сразу несколько серий, потом делаю перерыв, например. Вот, и собираю ваши комменты, то, что я пропустил. Также мне сказали, что я пропустил квест с Миланией, или Миленией, как ее там зовут. Я для себя точки уже расставил, где мне, куда мне нужно вернуться. Смотрите, сейчас мы туда вернемся. Помните квест с иглой? Я думал, что тоже я его сделал, блин, убил этого, как его, О'Нила, и все, думаю, квест на этом закончился. Нам нужно попасть вот сюда, к мудрецу Гоури. Он, я к нему уже эту... какую иголку эту приносил и думал, что, ну, принес иголку и что-то я вроде про нее забыл. Он сказал, вернись попозже и будет все нормально. Вот, ну, я про нее забыл, потому что я говорю, действительно, если чуть-чуть ты как бы от игрушки отойдешь, там не поиграешь 2-3 дня, то ты много чего забываешь. Особенно, что касается квестов. Так, ну давайте, едем в лачугу к этому Гоури, и он мне должен, по идее, что-то мне сделать. Люблю вот эту локацию. Вот реально, почему-то она вот эта вот локация мне не очень нравится. Хотя уже как бы все легко. Вот даже помните, вот первую битву вот с этим вот чучелом, который здесь стоит. Уже как-то не так с ним биться, то есть. Оп, по жопе-то. Оп. Оп, а еще кровопотеря. Оп, и все. И он просто улетает. С двух ударов улетает, то есть уже не так. Итак, что же, подходим к этому Гоури, что он нам сейчас скажет. Я ждал твоего возвращения. Игла готова. Уверен, тебе она поможет побороть хворь. Вот, Мелисента. Игла из чистого золота. Мы получили, и сразу же забыл всякий бред, безболный паразит, который поклоняется, точнее, это ты...
Вот он говорит, что нужно отнести. Мне кажется странным, что я пекусь об этой девушке. Дело в том, что я нашел ее в болоте Ионе, когда она была еще совсем крохой. Она одна из моих дорогих дочерей, но хворь к ней не разъедает ее память. Сомневаюсь, что Мельцента вообще меня помнит. И должно быть, я старею. Раньше я не был таким тревожным. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, как обычно, ха-ха-ха. Диалоги здесь, конечно, очень классные. All you need to do, she's convalescing in the church. Do so. Ну, в принципе, он нам ничего уже не говорит. И смотрите, ребят, мы куда переносимся? Мы переносимся вот сюда, в храм чумы. Я здесь эту девушку помню, я ее нашел. И она типа, отойди от меня нахрен, а то заболеешь. И если ты не дурак, то быстренько убежишь как бы отсюда и не подхватишь говна всякого. Вот она, смотрите, вот здесь она дохнет. Так, давайте поговорим. Если ты умен, ты уйдешь немедленно. My flesh writhes with scarlet rot. Вот, отдать иглу из чистого золота. You ask that I stab myself with the needle to quell the scarlet rot. But... Конечно, конечно. How? Never mind. I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Она в жопу, что ли, себе уколола, блядь, в голую. Почему отвернуться-то мне нужно было? Well, that was easier than expected. But why do I feel so... Нет, эй, куколка, ты случайно не умерла, ты давай ты не умирай. Так, следующее, что нам нужно, наверное, сделать, как мне написали, это просто перенестись куда-то и потом вернуть через какое-то время. Так, или можно, ну давайте просто перенесемся, я думаю, что под нужной цели вот сюда вот попробуем перенестись и потом вернемся к Мелисенте этой. Вот, она должна, по идее, почувствовать себя получше. Не знаю, может, у меня иголка бракованная. И она мне сейчас вообще, сейчас сдохнет, нахрен, и бандит своего квест. Блин, все время я забываю, что перемещение здесь по карте идет, а не от бонфайров. Также я увидел, что у меня как бы... Так, ну что, стал типа... О, смотрите, да, стоит красотка. Кстати, давайте ее посмотрим. По-моему, она... Что она? А, она без руки, блять. Ну, короче, всех тёлок в этой игре. Одни слепые, другие кривые. Вот она, блин, более-менее такая симпатичная, на мой взгляд, из всех, что здесь были. Вот, ну, блять, но она без рука. Пипец какой-то, блин. Хидетака, блин, вообще. Сука, монстр, блин. I hoped to see you again. My apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this. Наследие протезон... Чего? Протезоносителя, бля, пипец. Я собираюсь отправиться в путешествие. Когда я вонзилась в меня, я хоть и смутно, но вспомнила о своем предназначении. И все благодаря тебе. Меня зовут Мелисента. Надеюсь, судьба еще сведет нас вместе. Сведет, конечно, сведет. Я собираюсь отправиться в путешествие. Так, предназначение. Так, короче, она собирается отправиться в путешествие, и нам нужно теперь вернуться к этому, к горе. Ты, блин, да опять я сажусь здесь, да что ж такое-то? Так, нам нужно вернуться к Гоуре. Переносимся вот сюда, обратненько. И давайте вернемся. Просто не хочешь, чтобы квест как бы запоролся, я про него забыл, потому что следующая часть квеста сказали, что ты пока туда не ходил, и открыть пока ты его не сможешь, но он и выполни хотя бы эти пока действия. Скачи, блин, почему к этому Гоуре такая длинная дорога, кстати, нету, мне кажется, ТП-шек поближе. И со скалы там не спрыгнуть, вот что самое интересное. Так, потом нужно убрать синенькие штучки. Я просто расставил себе маркеры, как бы, о том, что вы мне написали, то, что я пропустил свое прохождение. Так, ну что, смотрим. Да, смотрите, наша как бы
безрукая здесь, мадам. Ну, давай я хоть тебе еще поближе-то рассмотрю. Ну да, мне кажется, она посимпатичнее всех, кого я здесь видел, потому что одни здесь слепые, другие косые, блин, ну, не рука отломана. Так, и у нас Гоури куда-то исчез, да? А куда он исчез? Интересно. Не знаю. А, здравствуй. Something about this place felt familiar to me, so I decided to pay a visit. But I've only found emptiness. Perhaps before my departure. Well, I must focus on my journey. I must stay strong. Должна быть сильной. Well, I must focus. I must stay. Да, куда Гоури делся, непонятно. Так, может быть, он вернется или он уже не вернется. Давайте попробуем опять перенестись. В принципе, мы с ней поговорили. Может быть, нужно опять перенестись сюда и приехать через какое-то время. Она должна отсюда уйти, по идее. Чтобы у нас квест как бы дальше пошел. Ну, главное, что мы вот этот какой-то наследие Портезиан там взяли. Потому что, ну, опять же, как бы здесь квесты растянуты очень надолго. И поэтому я сразу не могу некоторые квесты выполнить. Также, например, вот как гайд по Рейни и Блейду, он мне еще тоже в стадии незавершения, хотя я знаю, куда мне идти. Вот, но мне предупредили, что там пока что не суюсь туда, чтобы тебе было полегче, потому что там ждет тебе какой-то жопов босс, чтобы сделать этот квест. И поэтому я как бы туда пока и не лезу, и не делаю серии, понятно. Блин, такой большой животный, а дает всего лишь так мало. А, вот, смотрите, старичок появился. То есть он не хотел со своей дочкой пообщаться. Ну, или кто он там нашел ее. Спасибо. Наконец-то и глава Мелисенты. Теперь она сможет отправиться в путь. И посмотреть лицо своей судьбе. Ты воистину святой человек. В благодарность я поделюсь с тобой знаниями. Забытой магией селицев, потоком вечных. Так, давай изучить магию. Меня посетил Мелисента. О, догадываешься, да? Мелисент побывал в этой лачуге. Кажется, Хорти, я не полностью лишил ее воспоминаний. Так или иначе, я больше не нужен. Она должна обратить свой собственный путь, взглянуть в лицо своей судьбе. Нельзя вмешиваться. Так, изучить магию. И смотри, теперь мы можем изучать магию. Ну, как бы я не маг, поэтому я магией не пользуюсь. Хотя можно было какую-нибудь магию поставить, да? Мудрость. Мне, кстати, смотрите, я могу каждый из этих. Это блестящие звезды, осколок ночи, туман ночной служанки, пускай серебряный туман. Ну, я все-таки не маг, я задумываюсь поиграть магом. Вообще, может даже на стриме поиграть магом со временем. Так, значит, эту цепочку мы сделали. Дальше, ребятки, смотрите, что. Так, сразу я убираю подсказочку отсюда, потому чтобы она мне потом не мешала вспоминать. Дальше, что мы делаем? Врата Лиурнию у меня открылись. И теперь я могу сюда как бы войти. Так, что у меня еще было? Так, а, вот что было. Вот что я вспомнил, что я здесь увидел. Смотрите, как раз мне нужно сюда перенестись и прокачать свой дрын. Один дрын. Вот здесь вот появился этот хрен опять. Он, по-моему, отсюда уходил, я с ним разговаривал. Hello. You've been busy weeding Deathroot. I thank you. So what can I do for you? Да, может он здесь и сидел, может мне показалось, что он сейчас. Он изучить молитву меня просит. Молитву мне не надо изучать. Так, дрын. Где мой дрын? Вот мой дрын. Чекан. Мне нужно отчеканить кое-что. Да хорош ты уже, блин, давай, ты уже болтаешь. Так, кузнечный камень. Так, чекан. Так, а чё мне не хватает-то? Вроде должно все хватать-то. Не хватает души. Души — это не проблема. У меня есть много всего. Например, вот такую душеньку сейчас разрушим, и мне кажется, будет нормально. Back already, no matter. Так, кузнечный камень 2 не хватает у меня, да? Ну, мне кажется, что этого достаточно будет. Так, этого будет достаточно. Так, прахи я пока никакие не хочу усиливать, потому что прахи мне как бы не нужно. Да, вот щит придется снять. Ну, в
в принципе. Щит. Блин, а в этой локации ты ничего не можешь сделать. Понятно. Так, я понял, теперь смотрите, что мне нужно сделать. Вот здесь вот мне сказали, я пропустил кристальный туннель Селии. Я пропустил какого-то босса там. Вот ведь сюда, кристальный туннель Селии, по-моему, да. Что я пропустил там босса, давайте к этому боссу вернемся, убьем этого хрена босса, что там за босс. Я забыл про этот туннель, вот, и теперь нужно как бы его одолеть, кристальный туннель Селии. Так, сразу же щит убрать. Понятно. Так, снаряжение. Так, щит. Ну что, перекатываться будем? Вот теперь другое дело. Перекатушки пошли. Ладно, пошли. Исследовать этот туннель, куда здесь идти. Я его как-то в свое время просто пробежал. И на самом деле забыл просто про него. Так, ну-ка, давайте сразу я включу себе фонарь. Да блин, ну где фонарь-то? Фонарик есть. Погнали. Погнали наших городских. Вот как... Так, а он у меня... В двух руках-то. Да, вот теперь в двух руках. Так, ну-ка. Опа! Опа! Вы помните, когда мы сюда пришли, как мне было здесь одиноко с моим оружием, и как мне теперь сейчас здесь хорошо? Так, а слушай, ты сидишь здесь. Блять, как ты мне достал? Сороконожка там гребаная. Да, вон, видите, эта сороконожка сидит там. Ну вот как вот ты, блядь, сделал хидетака, блядь, мудетака, я бы так назвал. Что он просто скотина, который, ну, поставит моба, да, ну вот к нему как вот побраться? Ну давай, спускай сюда, давай, в честном бою, ни хрена себе фризанул. В честном бою ты что-нибудь сделаем, нет? Вот в честном бою ты ничего не можешь, по-моему, делать, да? Да. Дай взять, да хотя бы подобрать так, с ножниками. И ждать его. На. Пошла в манду. Скотина. И что еще? Ну, конечно же, и сразу еще одна. Какая-то сороконожка. Где она? А, она вон даже где. Да, блин, вообще прекрасно. До нее еще добраться как нужно. Так, бабочка... Как мне нравится геймплей Хидетака, который сделал, блядь, вот такую вот херню, блин. Так, хилочка моя, иди сюда. Хилочка хорошо подхиливает. Хорошо здесь наставили этих бомжей. Но вот это вот у меня не получилось, короче, себя похиляться. Нам вот этот как-то проход нужно его открыть. Как-то, блядь, да вы заебали, а? Грёбаные лестницы. Блин, нужно было его... Итак, чуть бить, ну ладно. Так, а ты что? На кочерышке. Прям жбанька ему и все. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Что у нас сверху? Так, бомж стоит. А, ну это моя хилочка стоит. Иди сюда, моя прекрасная хилочка. Подхилила. Блин. И опять сороконожка. Зачем ее здесь нужно было поставить? Я, например, не понимаю, зачем ее здесь нужно было поставить. Да ладно. Наверное, Хидетака-то лучше меня знает, зачем он ее здесь поставил. Так, а как мне пройти туда-то? Что-то как пока не пойму, как туда пройти. А это зачем? А это зачем здесь? Ну, по идее, вот сюда нужно как-то запрыгнуть. На этот вот мосток. По этому мосточку как перейти, ну. О! Глаз алмаз ебт. Молодца. Так, и вот мы попадаем вот в этот вот раз. Блядь. Как туда-то попасть? Блин, я теперь не вылезу, а то ништячок. Ну, я чувствую, что это какая-то рунка. Короче, хрен с ним пизда. Не хочу, блядь, загоняться, блин. Случайно ее пропустить. Сказал я же себе. Кристаллицы здесь затрахали, блин.
Вы должны меня хилить, а не нападать на меня. Чё, блин, нападайте на батю, блин. Так, слышу, еще где-то один ходит здесь. Чума какая-то. Животное. Держит что? Кузнечный камень мрака. Отлично. Плюс 4, правда? Так, так себе. Так, что у нас там? Ага. Там у нас опять этот стрекозоид, который меня увидел, блядь. Хрен поймешь откуда, но он меня увидел. Ну, конечно. Сейчас начнется издевательство. О, кстати, сундук, смотри. Вот молоточком я здесь не могу сделать, когда, видите, я его, он теряет, как называется-то, теряется контроль, а я не могу его стукнуть, потому что молоток, он, блин, бьет сразу постоянно двумя ударами. Так, разрушитель камня, магия, это короче, по кристаллицам, наверное, нужно вот этой магией стрелять, и будет у тебя все хорошо. Так, откуда мы пришли, не помню. Мы пойдем сюда сходим, посмотрим. Так, что у нас тут? Кузнечный камень плюс 5. Отлично. Вот, короче, вот эта вот пещерка, это вообще можно, мне кажется, фармить на этой пещерке как раз эти кузнечные камни. И... Повернем сюда, правильно идем-то. А, ну тут мои хилочки сидят. Хорошенькие. Да ты это что тут размахал своей елдой? Нет, елда получше будет. Всем елда. Так, хорошо. Продвигаемся дальше. Золотая руна. Золотая сруна. Так. Что у нас здесь? Ну, здесь сейчас кого-нибудь наверняка где-нибудь кого-нибудь поставят там из-за углов-то, да? Не поставят. Вот здесь, по идее, ну, вот я же сказал, что стоит здесь тип. Ну, который сразу побежал. Вот видите? Вот сейчас я мог его бэкстебить, так сказать, а я не могу, потому что у меня уже как молоток мой махает с маской для драконьей раны. Так, вот у нас здесь еще стоят. Видите? Чтобы что-то не действует, что-то. Ладно, хотя бы одна закончилась по-быстрому. Ну какой, ну где бэкстеп-то? Ну, бля. Бэкстеп кончился, не успев начаться. Так, у меня. Что у меня? Фляг с эстусом, пятерочка. Блин, что-то у меня этих слез не попадается. Почему-то где эти слезы? Хотелось бы холщевой талисман верного. Холщевой талисман верного. Так, снаряжение. Так, давайте посмотрим, что за талисман интересный. Увеличивает мощь молитв, понятно. В жопу все засунет своими молитвами. Так, а что же мне сделать-то? Блин, и вон там босс уже, да? Да, здесь босс сразу. Ну, босс. Босс, наверное, кристальный или что? Ладно. Узнаем. Сейчас попробуем узнать, что это за босс такой. Так, зверь падающей звезды. Что за дамаг? Реально? Какой дамаг? Нет, это, по-моему, что-то, ребят, не то. Не может быть такого дамага. Реально не может быть такого. А как мне теперь поменять-то быстро? Так, меч. Где мой меч? Ну, давайте попробуем этим мечом. Опа, смотри, вот это я понимаю дамаг. Ну как, ну опять же я не понимаю, он же этот босс, он же вроде как кристальный. Почему по нему проходит мой дамаг нормальный?
вот это, блядь, вот это что ты сделал, ты, сука? Я не понимаю, вот чуть-чуть смысл, я не, у этой, блядь, смотрите, что делать. Ну давай ты будешь бегать здесь полчаса, что ли, на одном месте, блядь, дай мне тебе столько сюда. На, нахуй. Один удар, один удар, и сейчас я еще кончу, блядь. Буду рисковать. На, нахуй. Запорожец, блядь, зверь падающей звезды. Кузнечный камень мрака плюс шестерочка. Кузнечный камень, камень просто семерочка. Кусок гравитационного камня. Кусок гравитационного. Блин, смотрите, сколько мешничков дали. Мрачный кузнечный колокол рудокопа. Все-таки я не понял, ребят, напишите в комментариях, почему явный босс из камня не получает дамаг моим дрынам. А получает простым, как бы, простым, могу сказать, этим, простым мечом дамаг. Вот этого я что-то как-то не понимаю. Так, ну, здесь босса мы убили, давайте вернемся к началу. Да, за него, кстати, особо ничего не дали. Так, по-моему, здесь я, наверное, все уже закрыл. Все, что можно, здесь перекрыл. Так, значит, сразу это мы убираем. То есть это я закрыл. Теперь, что хотел я еще сделать? Здесь я нашел... Мне сказали, что вот здесь вот, вот здесь вот в этом моменте ходит здоровый этот... Ну, как я называю, здоровый это боевая машина. Ну, давайте, чтобы... меньше говорить, а больше делать. Здоровая эта машина. Мне сказали, что как-то на нее можно сверху спрыгнуть. Вот, я приблизительно понял, как сверху спрыгнуть. Побегал здесь за кадром, приблизительно понял, как это сделать. Вот, ну не знаю, сейчас нужно это как бы в реальности осуществить. Так, где у меня она ходит, эта здоровая машина? Сюда я скачу-то? Нет, не сюда, а вон туда нужно скакать. Вот, видите, вот это вот здоровое, блин, ходячее, не знаю, мавзолей, что это такое. Вот, я уже к нему подбирался раньше, но на ногах я у него вот этой фигни белой плесень не увидел. Мне сказали, что нужно спрыгнуть на него сверху. О, кстати, вот здесь тоже не был. Мне казалось, что я уже здесь каждый уголок аж обшарил. Нет. И вот, смотрите, здесь есть вот такой вот лифтик. И... прям к месту благодати нас подперли. Туда, кстати, куда я не мог в предыдущей серии попасть. Давайте по-быстренько мы ее зажгем. Думаю, как попасть к дереву. А к дереву, оказывается, все просто попадать. То есть, вот, смотрите, вот мы сюда попали. И вот сюда, мне кажется, что к дереву я смогу уже проехать. То есть, по этому пути. Но нас сейчас это не интересует. Нас интересует другое. Это, кстати, здесь вот бабулька сидит. Давайте с ней поговорим. Прошу, я могу их прочесть. Пальцы. Покажи мне свои пальцы. Показать пальцы. На, как же горько оказаться у разбитого корыта. Остается лишь стоять в растерянности. Без единого полумесяца в кармане. Перед неподвижным, бездушным, большим подъемником. Или ты собираешься нырнуть под воду? И поискать путь малодушных в темной пещере? Ни хрена ничего не понял, что она говорит. Ни хрена не понимаю, что она мне подсказывает, рассказывает. Так, смотрите, где-то мне вот здесь сказали, то есть иди к обрыву, трак Белума, иди к обрыву. Так, кстати, это место нужно вообще обследовать, оно мне, видите, я здесь вообще как бы не бегал и не обследовал это место, нужно его получше обследовать. Ну, сейчас мы этим займемся, но сначала нужно эту статую припарковаться. Так, надеюсь, этот горный козел у меня не будет там ничего со мной делать. Нет, по-моему. Так, щит убрать. Где-то, так, вот смотрите, какие-то здесь мосточки. Мосточки. Мосточки, по-моему, не это не эти мосточки. Где-то, короче, на нее можно спрыгнуть. Это какой-то очень высокий, мне кажется, мост. И что-то, мне кажется, с него мы спрыгнем и только сдохнем. Что не подбирает, по-моему.
Ну, гриб-то можно было подобрать. С этих мосточков будет получше прыгнуть на этот статок. По крайней мере, мне кажется. Она должна подойти сюда. Подойти поближе. Ну, конечно же, блядь, сразу звонит ёбаный телефон. Никак не дадут поиграть. Постоянные звонки, звонки, звонки. Ну что ж, друзья, мы продолжаем как бы карабкаться. И не знаю, как здесь. Мне кажется, вот на эту фигню нужно подлететь. Так, и уже с этой фигни постараемся, наверное, перепрыгнуть. Потому что, ну, я больше не знаю, к сожалению, на каких уступчиках здесь можно. Вон, правда, там есть уступчик прыгнуть. Но я думаю, что этот уступ, кстати, он пониже даже. Ну и подальше к башне. И теперь я думаю, что нам нужно просто ждать эту башню, когда она сюда приедет. И она вообще перестала ходить, блин. Давай тоже куда-нибудь иди, а? Давайте я это дело пропущу, дождусь, когда она приедет, просто чтобы ваше время не терять и мое тоже, потому что я даже не знаю, сетл ли место нужно потом будет брать. Башенку. Вы это просто не представляете. Блин, откуда прыгать? Я уже спрашивал, блин, кто мне говорит оттуда прыгать? Кто мне говорит в другом месте прыгать? Блин, ну, я не знаю. Если у вас там персонажи как-то с другого места прыгали, потому что мне сказали сначала из другого вообще места прыгать. У меня там ни хрена он не прыгал. Так, в чем? Все? Падаешь? Сейчас я еще сдохну, да? А, нет, смотри, не сдох. Ну вот что, вот... Вот мы еще одну башенку запарковали. Давайте посмотрим, что там внутри. Наконец-то она отходилась. А то ходит здесь колоколом своим. Звенит. Блин, ну это, блин, я не знаю. Нормально так я времени потратил. Опять что эти? Что? А, во, воспоминания бичи звезд, воспоминания старым. И, а что это дает? Удвоение воспоминаний. Получит сил героя помощью. И что это? Получит силу героя с помощью чьих-то пальцев. Что вот это вот дает такое? Я не понимаю, что это дает. Что это вообще? На что это вообще влияет? Блин, просрал с этим гребаным мавзолеем все души. Ой, блин, ну жесть, жесть, конечно. Короче, прыгать я даже вам не покажу, откуда я прыгал. А, нет, ну давайте все-таки покажу, откуда я прыгал. Потому что кто-то... Так, сразу вот этот символ мы снимаем. Кто-то так же, как я, будет пытаться спрыгнуть. Я сейчас покажу, что мне говорили даже скриншоты, показывали, откуда они прыгали. У меня ни хрена тут не получается прыгнуть. Я даже к этому видео приложу какой-то момент, что я оттуда долетаю до башни, но я умираю. Вот я не знаю как. И вот мне, главное, все упирались, говорили, что нужно вот оттуда прыгнуть. Нет, сейчас я вам покажу реально, откуда я сейчас запрыгнул. Я показываю это на видео, а не какие-то там скриншоты или что-то. В общем, смотрите, откуда нужно прыгать. Так, смотрим по этим гребаным колодцам. Не колодцам, а этим лесенкам. Так, прыгаем сюда. Прыгаем сюда. И смотрите... Мне говорили, что нужно спрыгнуть вон с того. Вот с этого мне говорили. То есть, вот давай сейчас я сюда спрыгну. Вот, мне говорили, что нужно прыгать отсюда. Ни хрена у меня отсюда не получалось спрыгнуть. Кстати, а что она так далеко встала-то? Или она паркуется все время в разных местах? Она не должна была так уехать.
Вот, у меня на самом деле получилось попасть в нее только вот с этого моста. Вот что бы кто ни говорил, а вот с этого моста у меня получалось. Вот с того моста у меня не получалось спрыгнуть, потому что я умирал. Вот с этого моста реально у меня получилось. Ну, это, конечно, жесть. Это просто, конечно, жесть. Реальная жесть. Продолжаем наши мини-гайдики по вашим комментариям. И следующее место, куда мы пойдем... Мне сказали, как, в принципе, спуститься. Не знаю, не пробовал, но вот смотрите, здесь я не мог спуститься вниз, в самый низ этой гребаной башни с гребаными паркурами. Давайте переносимся сюда и попробуем все-таки спускаться вниз. Как это у меня получится, не знаю. Не люблю паркуры в этой игре, сразу говорю. Ненавижу даже, можно сказать, паркуры. Так, давайте я включу сразу, наверное, свою осветительную лампу. Кажется, будет посущественней и получше. Так, ну где у нас здесь? Два кобылята стояло. Кобыли. Ой. Но, кобыли. Ты что, спишь, что ли? Вышел, проснулся. Ну давай уже. Понимаю, он не хочет идти, что ли? А, он вот так вот хочет идти, да? Торец в полный, к тому же. Ну давай ты еще. Кстати, туда же. Так, вот наше это грёбаное страшное место, куда мы с вами пришли, где я сказал, что не могу даже понять, что здесь, как бы реально делать. Смотрите, будем сейчас пробовать. Так, сначала нужно вниз упасть, поэтому идем вот сюда. Вот сюда. Так. Страшное место. Не люблю это место. Да, чертиков не люблю. Потом нам нужно... Так, куда пробраться-то? Сюда, туда. По-моему, если не изменить память, вот так вот нужно упасть, потом нам нужно... как-то попасть вон к тому лифту. Уже забыл, как туда попадать-то. Так, по-моему, вот на эту люстру нужно. Оп. Люстра. Потом у нас вот эта вот люстра. Потом вон на ту что люстру, по-моему, нужно бежать. Блин, я говорю, паркуры, это просто пипец, конечно. Кто вот это сделал, это... До люстры не долетели, но и хрен с ней. Так, потом мне нужно вот сюда вот. Вот там вот хрен сидит. Помню я его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут вот, конечно, вообще сделали. О, ужасно. Ужасный момент, потому что он может меня скинуть в любой момент. И вот как с ним драться вот в таком вот месте, я не знаю. В Хидетаке нужно одно место оторвать. Там у нас был, помните, какой-то сложный моб стоял. Не знаю, сейчас он будет там стоять или не будет стоять. Нужно глянуть. Здесь у нас был сложный моб. А, нет, смотрите, больше его нету. Кстати, вот здесь вот лесенка. Я ее тогда не увидел. Давайте попробуем, сберемся, что у нас там. Мне кажется, что это срезик будет открыт. Это срезик, который открывает двери. Мне так кажется, потому что, ну, смотрите, сколько мы ползем. Конечно, камера прям показывает, я не знаю, что это. Чит, по-моему, лобковые волоса какие-то. Та-та-та-та-та-та. Блин, камера, покажи чем-нибудь другое, пожалуйста. Ну да, я как и думал, это наш срезик. Открываем срезик на всякий случай. Пусть будет открыт и спускаемся вниз. Кстати, спускаться мне намного больше нравится, чем подниматься, потому что видите, как прям... И спустились вниз. Так, хорошо. Теперь пойдем вниз. Нет, этот хрен все-таки остался здесь. Конечно. Главное его заспамить, чтобы вырубились все сразу, как бы, бафы. Тогда он ни себя ничего вообще не
представляет. Так, здесь у нас был ништячок. И вот сюда, по-моему, нужно идти. Мне сказали, что я туда не дошел, что ли. Вот тут вот такой же будет мост. На него нужно осторожненько будет спрыгнуть и также улететь в самую даль, в самую жопу мира. Ну, давайте попробуем. Класс. Кил. Отлично. Еще один мост. Да. Мост нас ведет в самую глубь этого подземелья. И вот этот, как бы, bonfire, который мне так хотелось по-быстренькому зажечь. Давайте посидим и посмотрим, что у нас здесь. Мне кажется, что здесь будет какой-нибудь супер-пупер босс. Не знаю, босс-абсос. Ну, хотя место такое, немногие сюда как бы идут. Смотри, стоит. Да, понятно, спамить не удалось в этот раз. А вот сейчас вот удалось. И смотрите, вот зачем его поставил Хидетака сюда. Вот мне кто-нибудь может рассказать, зачем Хидетака поставил это чмо сюда? Чтобы мы к боссу просто прошли с менее количественными эспицев. Ну, давайте посмотрим, кто у нас здесь. Здесь у нас апостол божественный Божий. Нихрена себе он бьет. Нормальный у него ударчик. А у меня что-то как дамаг не очень у него залетает так. Но я думаю, что с ним мы будем драться уже в следующей серии. Ну а на сегодня все. Сегодня у нас закончились мини-гайдики, как бы. Вот. И думаю, что в следующей серии уже будем что-то с вами. Ну, начнем с него, наверное, и будем продолжать уже по сюжету. Что ж, всем спасибо за ваши комменты. Сделал очередную серию по вашим комментам. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.